Следующий год, в год 75-летия контрнаступления наших войск под Сталинградом, мы запланировали уже новую такую акцию под названием «Призыв». Если в этом году мобилизация, то на следующий год призыв. Ну, моей душе стало более спокойно, потому что, в принципе, исполнил свою мечту выйти на ринг. Всегда хотел с детства, но не было возможности. А данный проект «Бои белых воротничков» дали такую возможность, еще и возможность не просто где-то выйти на ринг, а публично услышать рев толпы. Это большего стоит, очень дорогого. 8 декабря пройдет закрытие первого сезона «Мобилизация» в ВС-клубе, где победители встретятся с победителями, проигравшие с проигравшими. И мы закроем первый сезон. Проект мне очень понравился, Стал смелее с этим проектом, то есть мужество больше стало. В каждом бою будет один победитель, один проигравший. А на самом деле они все победители, потому что они это сделали, они тренировались, они вышли в сетку, вышли в клетку, в ринг, в октагон и приняли в этом участие.